В ожидании Купидона. До Дня всех влюбленных осталось чуть больше 2 недель, и многие жители уже отправились на поиски подарка для своей второй половинки. Самые находчивые обратились за помощью к нам. Специально для таких авантюристов на канале стартовала акция «РЕН-ТВ соединяет сердца». Претенденты уже отправили заявки на участие и встретились с нашей съемочной группой. Знакомьтесь, наш первый участник. Илья, 35 лет, водитель общественного транспорта. В браке 6 месяцев. Жена Екатерина, 25 лет, врач-ревматолог. Илья сделал предложение своей возлюбленной через 2 месяца после знакомства. Любит удивлять свою жену и на каждую годовщину дарит любимые цветы и шарики. В этом году хочет необычно поздравить возлюбленную с Днем Святого Валентина с помощью нашей телепрограммы. Познакомились мы с ней, можно сказать, на работе у меня. Она как в роль пассажирки села. Вот, неожиданно. То есть до этого, получается, она ездила на работу этим же транспортом в течение 5 лет. Мы не могли, не пересекались никак. Ну и в один момент у нас получилось, что как-то она уже подходила к автобусу. Ну и мы взглядом пересеклись и поняли, что что-то есть. Буквально через 2 месяца я понял, что это мой человек. Я решил сделать ей предложение. Вот. 1 августа у нас была свадьба 2014 года. Предложение на том же месте, где мы познакомились. Вот. Ну, то есть также в маршрутке. Вот. Она села ко мне. У меня были шарики в пакете. Она открыла пакет, вылетели шарики, и на шарик, на веревочке была коробочка привязана, там кольцо было. Всегда хочется что-то для нее преподнести новое, чем-то удивить, вот. Говорить ей приятные слова. Всегда нравится, когда она улыбается.